Матчевые встречи по легкой атлетике между спортсменами Республики Мордовия и Пензенской области проводятся регулярно с 2010 года. Причем гостят легкоатлеты как в 13-м регионе, так и у наших соседей. На этот раз юных спортсменов принимал футбольно-легкоатлетический манеж Саранска. В этом году попробовать свои силы в различных дистанциях бега и ходьбы приехали гости из Московской области Республики Чувашия. Традиционные наши соревнования, матчевая встреча Саранск-Пенза, которую уже вот мы много лет уже проводим. Сейчас еще присоединяются наши соседи, это Чувашия, приехали в Мособласть, география, соревнования растет, это радует, что есть сегодня желающие приехать. Я думаю, что в будущем еще больше будет принимать участие соседей наших. Матчевая встреча объединила более 100 легкоатлетов 2009 года рождения и младше. Старты проводятся, чтобы дать ребятам возможность принять участие в соревнованиях высокого уровня и набраться опыта. Ведь одно дело тренироваться в знакомом манеже с товарищами по команде, и совсем другое – выступить на настоящих соревнованиях, где тебя приветствуют олимпийские чемпионы и призеры Олимпийских игр. Соревнования для детей очень хорошие. Ну, ребята, одно дело, когда варится в одной каше, в одной республике, а другое дело, когда приезжает в гости. Тем более здесь соревнования устраиваются для более мелких, которых не проводит Всероссийская федерация легкой атлетики. Открывали программу матчевой встречи соревнования по спортивной ходьбе. Среди самых юных спортсменок 2013 года рождения и младше на дистанции 1000 метров первыми финишировали представительницы Чувашии Валерия Рубцова и Екатерина Трофимова. Мы ездили на сборы, там тренировались очень много. Готовились? Да, готовились. Готовились, чтобы выставить на таких соревнованиях. Для нас они были раньше очень тяжелые. Сейчас стали чуть легче, потому что мы стали сильнее. У мальчиков на этой дистанции также первенствовал чувашский спортсмен Савелий Кириллов. А вот на пьедестал у старших ходоков поднимались уже мордовские спортсмены. Алена Ратникова, Владимир Никитин, Олеся Балаева и Кирилл Прокин. В беговых дисциплинах мордовские спортсмены также продемонстрировали преимущество, принеся сборной Мордовии командную победу в матчевой встрече. Второе место в общем зачете заняли легкоатлеты Чувашии, а сборная Московской области взяла командную бронзу. Анастасия Мишкина, Игорь Гангаев, программа «Наш спорт».